Это следующий шаг нашей работы. Это машина, на которой мы поедем. Вот на этом багажнике мы ее и поведем. Итак, машина укомплектована. Собрано все. Вот такой подзагрузочка небольшая. В машине все готово. Это постель, это вещи. И вот так вот мы собираемся здесь в путь и выезжаем. Все, вот так сделаем. Особенно мы рады, что уехали с казахстанских дорог. Угу. Мы прям счастливы. В следующий раз на вертолете полетим. Здесь другие дороги, вот их видно. Вот машины идут. Вот таким. Тут эти российским дорогам. О, вон туда уходит. Сейчас мы по ней поедем. Ну, по идее, должен быть. Ну, тут прикол мешает, такой полноценный звук. Я же откуда знаю, куда ехать. Может, там туда надо ехать? Может быть. Может, туда.
с такого маленького понтона начинается большой плот. Вот. Андрей комплектует, уже знает, как это делать, сортирует и укладывает, забивая вот полностью вот эти ячейки, для того, чтобы грузоподъемность плота увеличилась. Внизу, вот здесь, если видно, решеточка у нас забитая такая. И сверху поставляются бутылки. И дальше они будут зашиваться. Теперь вот эти бутылки закрываются вот такими перекрытиями. Вот так раз. Все поставили. Сейчас вот это делается вровень, а вот остальные будут делаться внахлёст. Для чего это потом будет дальше понятно. Вот так происходит работа по закручиванию шурупов. Для истории вот так ручка сделана, Андрюх. Ты все, попал в историю. Говорит, в историю можно попасть, в историю можно вляпаться. По причине невероятной сибирской жары пришлось перебраться в гараж. И в гараже уже доделывать. Вот получается, вот эти все бутылки закрываются. Вот такой площадкой. Это уже второй понтон. Один снизу уже готов. Это получается второй. Вот теперь происходит замер расстояния.
между двумя понтонами. Вот этот. Ага, хорошо. Давайте. Взяли. Дружно. Оп. Молодцы. Вот. Получается вот так. Эти бруски ложатся вот в эти прорези. Вот так. Молоток возьми, а то ладошку отобьешь. Нет. И здесь точно так же. Сейчас ляжет. Еще. Назад. Вот так. Вот так вот, ага. Еще сюда немножко так затянуть его. Вот так. Это взяли размер. Сейчас будет уложена вторая балка. И все. Дело пойдет дальше. Вот так выглядит плот. Уголками скрепляются понтоны с палубы. Вот такой плот получился у нас. Это рундук для продуктов. Это стол для шашлыка и приготовления пищи. А это палатка. Но она сейчас закрыта. Это все предварительно. Вот открыто. Вот теперь она открыта. И вот такая палатка. Довольно-таки просторная, вместительная. Но это предварительный вариант. Посмотрим, как дальше будет. Вот такой плот. Вот это трап торчит. Кусочек трапа торчит. Вот такая палатка. Вот такой плот. Вот такие понтоны.